У меня есть две жены. У одной четверо детей, у другой один ребенок. Вопрос в следующем. Должен ли я расходовать свои деньги на них одинаково? Или в зависимости от состава? Например, 100 рублей, из них 25 на одну семью и 75 на ту, у которой четверо детей. Альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Ответ на этот вопрос. Человек, у кого имеет две жены, он их обязан обеспечивать едой, обеспечивать одеждой и обеспечивать сакан, имеется в виду дом, где она будет проживать. И Аллах Субхану Тааля обязал человека, чтобы справедливость была между обеими женами. В чем? То, что нуждается первая жена и покупает то, что нуждается вторая жена, для нее тоже покупает. Там определенно, сколько я должен этой семье расходовать, сколько там расходов такого нету. Сколько нуждается первая жена, там и расходует, сколько нуждается вторая жена, там и расходует по возможности мужа. А так сказать, если здесь расходовал я 50 рублей, там тоже обязательно должен 50 рублей расходовать, такого нету. Надо расходовать по нужде этой семьи, что им нуждается, и также расходовать вторая семья, то есть что нуждается вторая семья. Как понятно в вопросе, у кого четверо детей и одна жена, для них расход больше будет, чем один ребенок и одна жена, которая еще есть семья. И так там говорится, для этой жены или то нет, ты по женам отдельные расходы, а по детям отдельные расходы. Каждый ребенок, там он будет или здесь он будет, им должен быть расход по их нужде. Alhamdulillah, Rabbil Alameen.